Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы. Проницательный, находчивый и неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самой неравной битвы. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. Его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Начнем, Купер. А, черт. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. Проводится диагностика шлюпок 2.0. Все шлюпки 8-й модели в норме. Ну как тебе, Купер? Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Прекрасно, да? Сделано по мотивам моей родной гармонии. Я там вырос. Вот за что мы сражаемся, Купер. За миры, кроме металла и дыма. За свободу жить в гармонии и процветании. Отлично, ты освоил движение. Сюда, осторожно. Простой двойной прыжок. Повторяй за голограммой. Со времен битвы при Диметрии мы отбили больше четверти Фронтира. Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев, таких как ты.
Раньше мы от них бегали и прятались, а теперь сами их преследуем. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних находок. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Ладно, у меня для тебя новое испытание. Норматив 2 минуты. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И то, и другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны, так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Ну ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Сразу предупреждаю, эти голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Можешь проходить полосу препятствий сколько захочешь. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. С полосой препятствий все? Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота, Титаном. Давай-ка его вызовем. Это ж вроде дозволено только пилотам, нет? Купер, это всего лишь симулятор. Это не настоящий бой. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Это мой напарник Бити. Он Титан класса Авангард. Собственная технология ополчения. Наш первый собственный корпус Титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, Стрелок, вызывай своего первого Титана. Посмотри в небо. Вон он. Ладно, Стрелок, тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться. Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Да, сэр. Личному составу занять боевые посты. Это не учебная система. Внимание, они нас убивают. Ну, пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота, Стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Пастимоза! Андерсон. Сукин сын, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Увидимся, Купер. Удачи. Купер!
Теперь живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов самсофентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Занять боевые позиции! К нам идут еще спектры! Мы возле зоны высадки! Досталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Ластимоза, на подходе вражеский титан. Высшие хищники. Принято, Бити. Наемники. Купер, не высовываться. Бити, пойдем. У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Нам не заплатят за уборку тел! Пошли!
Бити, передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, Танго. 7-2-7-4. Купер, возьми мой Титан. Используй мой шлем и прыжковый модуль. Учеба закончилась. Позаботься о нем. Третьего отделения гранатометчиков ополчения уцелевшим ополченцам. Мы перегруппируемся к маяку АМС. Координаты 772-981. Кто-нибудь меня слышит? Говорит сержант Эдсон, второго отделения стрелков ополчения. Мы слышим, Коул. Будем пробиваться к вам через очередной комплекс. Прием. Не падайте духом, конец связи. Обратитесь к представителю или солдату АМС. Если откажетесь, то будете уничтожены. Мы работаем на АМС, а не на Блинка или его наемника. На кого АМС скажет, на тех и работает. Чего ты стараешься? Не дай-то... Ополченцам в этой местности. Мы вас найдем. Предлагаем вам немедленно.
Огонь по пилоту! Прижимайте его! Вижу его! Он тут! Вижу его, он совсем рядом!
планете Тифон. Планета находится под контролем АМС, но вне наших объектов обитает много диких тварей. А мы не контролируем природные... Авангард? Они редкие, давай продадим. Не выйдет. Близко нам этого не приказывал. Его не боюсь. Наемниками меня не зовут. Мы не готовы! Мало энергии. Недостаточно энергии. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Бити, понятно. Мои системы перезапускаются, но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. АМС обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение город Ангел. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Бити, ты думаешь, я настолько глуп? Неизвестно. Я не могу знать все о функционировании вашего мозга, пока не установлена нейронная связь. Раптор 3, нас у штора убьют! Нас окружили силы АМС!
защитного комплекса! Стреляйте! Стреляйте! Что вы знаете о Кубине близке? Говорят, он работал в ВМС. Он возглавляет этих, высших хищников. Это самый... Кто там? Куда? Системы удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. Думаешь, мы выживем, Бити? Выбор у нас небогатый. Импровизировать и приспосабливаться или погибнуть. А долго ты служил? Привязан ко мне 973 дня назад. Сочувствую. Вы с ним дружили? Он был превосходным пилотом и хорошим другом. Остались уцелевшие ополченцы. Мы вас найдем и выловим одного за другим. Советую выйти и сдаться, пока не поздно. У нас повсюду поисковые группы АМС. Если окажете сопротивление при захвате, нам придется убить. Будьте бдительны, я уловил движение. Есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Пилот врага исчез!
Когда они придут к нам, мы сами их атакуем. Бити, чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП. Ее зовут Сара Брикс. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет, сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллан признаков жизни, но 90% шлюпок были выпущены. Надежда остается. Против тирании. Только тогда противник заживет свободной жизни. Мы будем все вместе. На кону наша свобода. Наше местоположение раскрыто. Разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер 3. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, опустите кнопку. Установка псаломщик работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения.
Пилот, засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Ты уверен? Да, доверьтесь мне. Титан ополчения, номер корпуса 57274. Я под огнем. Неплохо, пилот. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АМС. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Это вам БА-3-2! Несем большие потери! Всем отрядам ополчения, помогите нам! Здесь наш титан, типа авангард! Мы несем тяжелые потери! Это мести? Рад видеть, капитан. Помощь очень кстати. Замечен вражеский титан. Иду в бой. Отлично. Новое оружие нам пригодится. Согласен. Титаны АМС оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Титаны,
двигаться дальше, нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Атакую пехоту противника. Даже тяжелая пехота, с кем огонь? Стреляйте же! Сонарный пульсовик включен. Тут у южных ливневых стоков вражеский титан. Нам... Этот пилот нас валит! Прижмите его! Нам нужна помощь. Пилот зажат, не дай ему уйти. Цель близко. Пилот пропал. Осторожно, опасное отходы вызывают тяжелое поражение или смерть. Находясь в комплексе, необходимо постоянно носить защитный скафандр. И быстрее, занять оборону! Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон. Купол 1. Приближается вражеский титан. Занять оборону! Огонь на Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования зоны. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования стока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Разделиться звучит рискованно. Учитывая текущую ситуацию, этот риск полностью оправдан. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот.
Говорит Кейн. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой Высшие Хищники. Известный наркоман и наркоторговец. Замечен пилот к бою! Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго. Обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования. Им может потребоваться помощь. Капитан, у друг что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стрелять, он ДРСП. Посмотрите на шлем. Рад видеть своего, сэр. Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь.
Запада, если... Подкрепление прибыли! Что время вы? Мой путь волчен. Вот они! Открыть огонь! Обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочное удаление. Не могу вести огонь. Цель куда-то исчезла. Я обнаружил враг. Основание смотреть в оба. И куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Класса «Авангард» и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был, неплохо, очень неплохо, друг мой. Надеюсь, ты лучше того, кого я убил до тебя.
пропал! Граната! Осторожно, он рядом! Насосы переключены на основные системы. Вражеский пилот исчез. Натарись. Комплекс проник Титан, класс «Авангард». Возможно, из РСП. Наверное, из РСП. Дурень, все «Авангарды» из РСП. Я сам им займусь. Не плачь, дядюшка Кейн подотрет тебе жопу. Чёртов баллон. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон, купол 3. Пилот, соблюдайте осторожность. Это само собой. Пилот, соблюдайте осторожность. Еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Поиграли и будет, я спускаюсь. Мы несем потери! Не вижу цель! Сила
Ладно, ребята, поиграли и будет. Я спускаюсь. Где он? Боковая линия, что у вас? Цель потеряна, не грязевые потоки и перегруппироваться. Я пометил на вашем дисплее панель управления. Переключение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Цикл остановки насоса 20%. В токсичной грязи много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Чего там высматривать? Стреляй! Беспорядочная стрельба в район нахождения моего пилота противоречит директиве 3. Лямбда 4 воздух. Выпускаю клещей. Лямбда 4 земля. Выпускаю. Цикл остановки насосов Установки насосов 90%. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом.
Пилот, включай в сонарный бульсовик. Авангард! Огонь по этому титану! Пилот, включай в сонарный бульсовик. Атакую пехоту противника. Нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Включен режим пилотирования. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Тебя не приглашал. Поэтому ты умрешь. Так-так, отлично. Еще один заблудший герой. Да еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого! Одобряю! Вот что значит. Повеселимся, салага. Пилот, не наступайте в лужи термита, они очень едкие. Ядро залпа готово. Вали, салага, просто вали! Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Шифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.